О погоде. В Самаре будет снежно. В регионе, похоже, окончательно установились отрицательные температуры. Ночью местами по области до минус 8. В ближайшие дни синоптики обещают осадки. Днем близко к нулю, и потому на дорогах возможно гололедица. По данным Гидрометцентра России, конец ноября ожидается теплым. Температура воздуха превысит средние многолетние значения аж на 3 градуса.